Акцию организовала партия «Единая Россия». Данная акция называется «Лови гранат». Она призвана вручить гранаты и зеленый чай. Ведь как ясно, что, как установлено, что гранаты и зеленый чай помогают бороться с вирусами, в том числе и с коронавирусом, не позволяют ему активно развиваться в организме человека. Поэтому мы сегодня вместе с партийцами посетили поликлинику номер 3.